О, всем привет! Продолжаем готовить вкусняшки. В общем, каждые выходные теперь проводим со грилем. Семейству нравится. Итак, есть чернослив, завернутый в бекончик. Сосиски также в бекончик. Отдельно будет бекончик, отдельно сосиски. Овощи в апельсиновом соке и рыбка. Все, делаем все это на угрили. Так что рекомендую. Обзаведетесь фирменным огрилем газовым, и ваши выходные будут намного-намного интереснее. Удачи! Всем всего хорошего!